16 февраля 2023 года, 10 часов 45 минут, на пульт 101 поступило телефонное сообщение о том, что по адресу город Кокштал, в северную промзону, на нефтебазе Петролител горит сливоналивная станция. К месту пожара было направлено 11 единиц техники, 36 человек лишь состава ДЧС Акмолинской области. По прибытии к месту пожара было обнаружено горение сливоналивной станции, а также два автомобиля топливозаправщика. Время локализации 11 часов 05 минут. Пожар полностью ликвидирован 11 часов 25 минут. В результате пожара было обнаружено тело погибшего мужского пола 88 года рождения. Органами дознания Департамента по чрезвычайным ситуациям возбуждено уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Также назначена пожарно-техническая экспертиза для уточнения причины пожара. Назначена также судебно-медицинская экспертиза. Органы дознания проводят все следственные мероприятия по уточнению причины пожара, а также виновных лиц.